Девчонки, мальчишки, всем большой привет. Мы продолжаем. Май месяц начался. Не смотрите, вот грязная футболка, вся в маске в этой. Начинаем, а может продолжаем нашу программу. Мы сильные и красивые, а сильные и красивые могут все. Вот в рамках этой программы она нанесла себе сегодня маску. Самую простую от нашей марки питерской Ева Эстетик. У меня тут коктейль 2 в 1. Коктейль красоты, альгинатная маска. С сывороткой для любого типа кожи. Питание, увлажнение, лифтинг эффект. В общем, девчонки, первый раз, честно говоря, сама наношу эту маску. Галюсику дарила такие маски. Да, необычные. В таком стакане. Вот так вот все тело выглядит. Тут сейчас у меня на лице все это уже засохло, поэтому я смогла встать и вам это все как бы хотя бы сесть и снять. Видите, уже подсыхает. Я думаю, надо уже смывать, сейчас будет идти. Вот. Галюсику дарила, себе еще не дарила. Вот себе взяла и решила сейчас на карантине все это дело нанести, поэкспериментировать, что получится, понравится мне или нет. Поэтому, знаете, один плюс. Я наносила других марок, вот эти вот Тиану, точно помню, Тиану я брала у себя в магазине, наносила, что мне вообще не понравилось. Эта Тиана застывает, вот не доходя до лица. Как только я ее смешаю с водой в правильных пропорциях, я не могла, вот сразу образуется вот эта смесь. Вот такая вот смесь, которая все, она уже такая кондовая. И у меня хватало, наверное, только 2/3 маски нанести на лицо, успеть. А все остальное застывало в стакане. Поэтому вот эту Тиану мне вообще она не понравилась, скажу честно. И вот сейчас я попробовала все то же самое сделать у Евы. Вот. Ну, понятно, что я испачкалась. Девчонки, а это ж еще не все. Производитель пишет, что мне через 15-20 минут ее надо снять единым пластом, ну, как бы оторвать, да, вот так. Предварительно как бы немножечко отковыряв ее вот тут по краям, когда она уже будет, вот видите, она уже вот тут подсохла, тут она уже как бы готова, но тут она еще такая, ну не совсем, мне кажется, готовая. Все, ребят, она застыла, я думаю, ну практически окончательно, потому что она настолько застыла, что она мне уже вот тут вот прям поджимает и, смотрите, делает такие мешки, морщины. Поэтому, вот которых не было в начале видео, обратите внимание. Поэтому, да, вот она прям конкретно уже такая, ну, дальше, я думаю, смысла нету. И уже прошло даже не 20 минут, а чуть побольше. Я сейчас при вас попытаюсь ее снять. Сейчас посмотрим, насколько это легко делается, и вообще делается ли это как-то по-человечески. Ну, знаете, по-человечески вряд ли, я уже это чувствую. Это то же самое, вот что я делала у Тианы. Это вот таким вот, ничего у меня не получится, это я уже вижу, смотрите. Кусками. Но все равно лучше, в Тиане просто все раскрошилось и распалось совсем. А здесь как-то можно какими-то едиными большими пластами хотя бы, смотри, так подснять ее. Вообще, мне хочется быстрее с глаз это снять. Потому что уже когда передерживаешь, идет обратный эффект. Ну, смотрите, ладно, большой кусок сняли, хорошо. И это плюс. Так, сейчас попробую здесь. Ну, так. Прикол. Сейчас. Не отрывается. Так, еще, девчонки, мы сами все поняли. Вот это остальное надо будет идти смывать, наверное, теплой водой. Или чем? Ой, блин, на усики, больно, на усики. Слушайте, и брови такие, пью. Ну, оба. Вот тут, ой, я тут солидно на брови нанесла. Девчонки, вот сейчас умылась, все-таки решила вам доснять. Умылась, и посмотрите, еще ни крема, ничего нету на лице, вот ничего нет. Просто, ну, я просто надеюсь, это вот покраснение, которое я немножко подскребала, да, но кожа, надеюсь, что вам видно, мне кажется, сейчас свет получше, она прям... Посмотрите, хорошая, мне нравится. Прям супер-супер. Максимально близко прислоняю, чтобы вы могли посмотреть. Все, брать буду.